Вот. Королёва, вот. 5. Это мой дом. Сейчас объедем поселок. Вот я начинаю со своего дома. Это гостинка. У меня гостинка. А этот какой дом, интересно. Короче, я на самом верху живу. Вот так у нас тут. Все в снегу, но обильно тает. Вон там я недавно, позавчера ездил. Какой это дом, интересно? А, 9. Прохладненько сегодня. Не знаю, может, градуса 1,5 есть тепла. Может, больше. Королёва 29. Сейчас вот там проедем и туда вниз. Вверх все дома захватим. Вот такое 9 мая сегодня. Вот лесочек у нас тут. Вышел из дома и сразу в лес. Красота. Жалко, что пасмурная погода. Это какой дом? Королёва 27. Да. Для местных жителей я еще такая редкость. Все на меня глазеют, как на инопланетянина. О, шашлыки здесь жарят. А вы говорите. Добрый день. Праздник у вас? Шашлыки готовите? Да. Праздничные, да? Да, надо не забывать. Вот так вот тут у нас. Все-таки народ выстрадал. Да. До хрена. 75 лет победы. Жалко, что погода такая облачная попалась. Недалеко от дома. Ладно, еще раз вас с праздником. Поеду дальше поселок снимать. Вот так вот тут. Забыл посмотреть там. А, вот там тут вот. Да, конечно. Хозяина нету в этом поселке. Я имею в виду, когда хозяин есть. Он все делает для благоустройства своего поселка. Девочка с магазина идет.
А вот еще одни шашлыки. Праздник у вас? Праздник. Тоже шашлыки решили сделать? Вот так вот. Около каждого дома свои шашлыки. Молодцы, народ. Вроде как и соблюдает режим карантина. Вроде как ничего не нарушает. А вот еще шашлыки. Праздник у вас! Хорошее дело делаете. Праздничные шашлыки будет. Нет. Ничуть не легче, чем на простом. Ой, не хуже, не тяжелее. А скажите, а вот этот дом, какой номер у него? 17-й? Ага, вот тут он живет. Вон пацаны играют. Пацаны играют. А где? Здравствуйте. А где ваши ворота? Или вы... где ворота ваши? Невидимые. Там. Ну надо же поставить ворота и друг другу голы пинать. Да, 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 на его раму. Вот наши ворота. Да. И там. Ну ладно, давайте играйте. Ну, девчонки там играют. Ага. Грамотно. Под домом сделали детскую площадку. Да, помойки не убраны, грязь такая. Машинки такие
древние. Скидывают. Вот он, храм. Храм построили. Классно. Вот детский садик. Ремонт делает. Я же еще тут не проехал. Королёв какой-то. Какое-то королёво. Киса. Киса. Киса, киса, киса. То ли ты окно стучишься? А? Киса. Киса.
Ладно, дальше поеду. Вот каковы Королёва... А, Королёва 2. Вроде как написано. О, бегемотик уже валяется. Лестница из батареи. Вот почему помойки не убраны? Непонятно. Вот она, лестница. Потёмкинская. Он велосипедист. BMX. Вот так вот тут. Там Гагарин идет. Вот мы пока тут снимаем. Сейчас по двору проедем, а вот этой стороне потом возвращаться буду. Такая телевышка. Не телевышка, а это. Хотя я не знаю, может и телевышка. Вот тут мобильная связь. Там голубятни. Девчонки гуляют. Когда-то вот по этой дорожке я на родник ходил за водой, а родник там находится, зимой как-то ходил. Вот по этой дорожке, там вдоль, мимо бани. С праздником вас! А это какой дом? Как называется улица? Королёва 4, да? А, спасибо. Вот так вот Королёва 4 выглядит. Ладно, счастливо. А? Ну, вообще-то я Магаданский. Сейчас сюда переехал, сейчас тут буду все снимать, ездить. Ладненько. Королёва 4.
Ну, кто увидит свой дом, пишите. Вон школа. Ну, до школы мы еще доедем. Кого тут? А, Королёва 4 вон. Там тоже. Вот тоже Королёва 4. Тут какой-то аэроклуб. Или что-то такое я тогда прочитал. В этом доме. Да, конечно, блин, дома уже пора приводить в порядок. А никто за это не берется. Вон, сейчас прочитаем. Авиационный спортивно-технический центр «Сокол». Магаданский детско-юношеский центр. Магаданский авиационно-спортивный центр. Вот в этом здании. Ну, сейчас он, конечно, не работает. Вот так вот это все выглядит. Тут. Вот даже трап. Трапик есть. О! Классно отсюда вид. На долину. Посмотрите. Вон трасса идет на Магадан. Вон там Уптар. Классно. Вот Гагарина. Машины не ставить. Вот с этого дома тут бидон. Классный. Ну и ветер тут, соответственно. Сейчас ветра никакого нету, так что мы едем дальше. Вот там я заехал, вокруг этих домов, сюда выехал. Тут бегемотик валяется. Лужа. Степ. Вага. Так, это не застрой. Гостинка, наверное. Не знаю, в каком году его начали строить. До сих пор ничего не сделали. Косяк. Вон написано «косяк».
первая, 15-я квартира. Королева 1. Ай, да, 1-1. Дробь 1. Тут магазинчики. Станция скорой медицинской помощи. О, понятно. Где скорая? Мужская парикмахерская. Соколовская ЖКХ. Центр кожи. Ритуальных услуг. Маникюр, педикюр. Вот в этом доме. Королева 1, дробь 1. Вот он клуб. Вот он клуб. Вид сверху. Тут что-то горело, блин. Конечно. Такие долгострои стоят. Пора сносить и новое делать. Грязно. Лёша. Говна лепёша. Ой, глядите. Так. Пора сюда проехать. Королева 5. Королева 2. Детский садик. Это Королева 5. Опять помойки не убраны.